Всем привет! Сегодня хочу показать, как быстро сделать вазу, если у вас ее нет. Вот мне муж подарил такие красивые цветочки. Они были изначально вот в таком пакетике и вот с такой вот сеточкой. Но, если честно, я не очень люблю, когда цветы дома именно стоят в пакете. Мне больше нравится, когда они вот в таком естественном виде. И поэтому я взяла обычную 3-литровую банку. Что я буду делать дальше, смотрите. Сначала я отверну банку фольгой. Можно остановиться на таком варианте, но я хочу добавить еще вот сюда вот такую вот сеточку, в которой были сами цветочки. Мне кажется, с ней будет смотреться интересней. Вот здесь я сейчас заделаю ленточкой. Красивый букетик. Вижу тут цветочков. Вот. Ну вот, смотрите, что у меня получилось.